В ходе рабочей поездки Борис Егоров посетил дома культуры в Дрезне и Озерецком. Сейчас на этих площадках полным ходом ведутся ремонтные работы. А уже в следующем году жители Орехово-Зуевского района смогут оценить качество проделанных работ. Директор Озерецкого ДК ждет не дождется, когда будет доделан ремонт и можно будет приступить к обустройству нового танцевального зала. Теперь хореографические коллективы смогут репетировать сразу в двух помещениях. Каждый день Лариса Хапугина с радостью наблюдает, как ее дом культуры преображается прямо на глазах. Окна пластиковые, значит, поставлены по всему дому культуры. Вот. Потом у нас меняются двери. В фойе первый этаж у нас полностью ремонтируется, гардеробные, санузлы. За ходом ремонтных работ лично следит и глава района. Приехав на строительную площадку, Борис Егоров сразу дает указания рабочим. Заливающий бетон. Я поговорю с плиткой. По плитке и нержавейке ограждения. Ремонтные работы здесь начались еще в прошлом году. Помимо фасада здания, полностью будет отремонтирован весь первый этаж. У Озерецкого ДК появится свой новый образ, так как все будет выполнено в едином стиле. Все затраты на себя взяла администрация Орехово-Зуевского района. Для проведения ремонтных работ было выделено почти 4,5 миллиона рублей. 15 сентября этого года завершатся внутренние работы. И к 1 октября этого года мы завершаем здесь уже плиточные работы, то есть наружные. Но здесь до конца не доделаем, так что в следующем году будем продолжать ремонт. Свой 30-й день рождения, который будет в конце этого года, Озерецкий дом культуры отметит в обновленном виде. Также Борис Егоров проверил ход работы в Дрезненском центре культурного развития. По плану его строительство должно закончиться в конце этого года. Как отмечают рабочие, сейчас они идут с опережением плана. На данный момент ведутся работы по благоустройству территории. Видим по внутренним работам. Это отделочные работы, кладочные работы по устройству кладки. По монтажу металлоконструкции сейчас идут работы. Ну и по электрике, по вентиляции, дымоудалению. Строительство нового ЦКР – это давняя мечта всех жителей города Дрезна. Сейчас воспитанникам Дома культуры имени Волкова приходится ютиться в тесных комнатушках. Но как только здесь закончатся необходимые работы, эта проблема будет полностью решена. Да, действительно, будет для каждого кружка отдельные комнаты, кружковые. Сам зал небольшой, но зал со сценой-трансформером, который можно убираться. И как сцена выдвигается, так же и можно убирать спокойно сдвижные будут кресла. То есть можно делать спокойно какой-то зал или для дискотеки, или для другого. По словам Бориса Егорова, это только начало преображения домов культуры. В планах отремонтировать все ДК Орехово-Зуевского района. А в следующем году начнется строительство долгожданной детской школы искусств в деревне Демихово.